Привет, друзья, привет, мои хорошие. Фух, проснулись, что-то сегодня подтекла я. Вчера ходили, в общем, в город, гуляли с мальчишками. Была такая духота, такая жара. Я пожалела 150 раз, что я пошла и без конца пили воду. И, короче, сегодня утром я прям звезда. Я начала подготавливать завтрак. Тут немножко рыбки, авокадиков, этот печёночный паштет. Вот, а тут бац, и моя мама ходила и на рынок, и в магазин ходила. Ой, весело. Макс ходила гулять с собакой. Приветик, дети. Видите, мне 2 минуточки. У меня все рядом. Давай, вот. Попрежь. Хорошо, 2 минуты сейчас. Мамицкий мой купил. Вот. Как всегда, на красном авто. Мой муж. Представьте, за сколько времени, за сколько лет. Он никогда даже не хотел слышать об этом. Что? Вот. А теперь точно так же, как я, короче, присела на этот, на окрошку. Ну нет, представляете, как только захотелось окрошки, нет этой колбасы, которая нужна. Потому что нам нравится, и Даня, ну, Даня так колбасу не ест. Папа говорит, я типа хочу с колбасой. Не с колбасой. Нету колбасы, но мама купила сардельки такие, но они не подойдут. Это было, бедрышки по акции были и крылышки по акции. Ну вот были 3,98, а стали 2,78. Чего не брать? Правильно? На крошку лучок. Редисочка. Лучочки. Авокадики. Минералочка для крошечки. Укропчик для крошечки. Помидорчики. Огурчики. Мне там девочки, зачем, в чем смысл таких мелких огурчиков? Девочки, вот эти огурцы, которые на рынке, так их в магазине не купишь, их купишь только на рынке. И они вот хрустят, именно хрустящие, такие, как наши. А вот эти, которые все продаются в магазинах, особенно вот эти фалоимитаторы, так они вообще, они такие, ну, вялые. Так вообще, вроде бы, знаете, их где-то забыли на солнышке, они полежали, и, ну, вообще невкусные. А вот эти прям огонечек. Это еще помидорчики. Это моя мама никогда, когда сомневается, не берет в одном месте. Берет немножко помидор в одном месте, немного в другом. Так. Нектаринчики. Ой.
бананчики для Данила Максимовича. И немножечко картошки. Вот такая закупочка. Все. Теперь, кто выгулял собак, кто уже попылесосил, да, кто на рынок сходил, а кто обязан накормить. Так что пошла кормить семейство. Нас теперь много. Теперь у меня работы больше. Все, побежала. Мои хорошие, ну что, вот так вот и живу. Накормила, посуду помыла. Так, давайте. Ой, посуду помыла и сейчас уже поставила, вновь поставила отварить яйца, картофель. Этот мяско там отвариваю. Для этого повторю окрошку. Слушайте, 43 года никогда в жизни его не ели, а теперь это тут отдельно для Данила курицу замариновала, потому что он так окрошку постольку поскольку, а так ему будет курица запеченная в этом в аэрогриле с салатом. Нам будет окрошка. Это Даня пошел сейчас в этот в спортзал, сейчас придет уже вот. Вот-вот, так что сейчас буду готовить ему, приготовлю коктейль. Вот так вот проходит мой, девчонки, день. Нечего даже вам не сказать, не показать. Ничего, даже в этот, в бассейн не хожу. Ребята, потому что постоянно много народу. Это уже сейчас ближе к сиесте, знаете, то они... начинают расходиться спать. Ну, это просто кошмар. То раньше я хоть в 9 часов там выходила. А сейчас в последнее время, то даже и в 2, и в 3 часа ночи выглядываешь и смотришь. И люди есть. Жара невыносимая. Видно, ну, кондиционер включать не все могут себе. И испанцы, скажем так, ну, очень экономно к этому относятся, так что пытаются спасаться в бассейне. Ну а я спасаюсь на кухне. Дома сырочильник, так что-то сегодня у меня не доходят руки. У нас так все, так сказать, по-прежнему валяется. Да, солнышко? Не убираю эту сумку, ничего. То ли нравится ему, что шелестит этот пакет. Ну, в общем, непонятно почему. Но он с этой сумки не слазит. Это возьмет в руки, этот целлофан тягает. И скажи, вот так вот целый день могу лежать на этой штучке, да? Вот красота. Вот это папа кровать подогнал. Да, солнышко? Вот, записала его тоже в этот на стрижку. Представляете, просто в шоке. Так, ну, скажем так, недешево, да. Ну, я считаю, что, допустим, 35 евро стоит услуга, чтобы его помыли, там подстригли. Вот. И записаться невозможно. Вот Макс приехал, я на следующий день утром позвонила и сказала, что ближайшее. Есть окошечко, и то только одно время, на 17 число. Ну, бог с ним, пусть будет на 17. А вот еще один несчастный, да? Самый уставший. Бусинка. Вот это житуха, да? Какая тяжелая жизнь. Бусенок,
бедный, как ты справляешься? Да? Лицо не болит, столько спать? М? Пришел, тут шерсти натрусил, мама потом чистит, а я только ем и сплю. Да? Вот, вот так вот и живем, ребята. И никуда еще не ездим. Ну, как у нас, в принципе-то, особо этот раз и не получится никуда ездить, потому что время у нас ограничено. Вот. И машину так до сих пор мы и не сделали. Ой, вот эти ребята, ну, которых мы все делаем, они, конечно, делают отменно все, но у них цены, скажем так, космические. Вот. Ну, когда дело в том, что что-то такое, что связано с двигателем, ну, что-то такое серьезное, да, то, естественно, лучше делать там, потому что, ну, скажем так, не в обиду сказано, то местные, конечно, такие рукожопы. До наших специалистов им очень и очень далеко. Ну, я не хочу сказать, что может где-то, конечно, есть супер там такие классные мастера. Было бы, конечно, очень хорошо вот, найти такого именно талантище, да. Вот, но как-то нам не удавалось. А наши специалисты, если я объясню, думаю, что уточню, именно хорошие специалисты, не такие, что такие же автослесари, как и я, приехали, но этот ценник они не забывают поднять такой нормальный. Вот. И мы, короче, узнали, дело в том, что там вот этот, когда на кнопочку нажимаешь, что слышим, как вот этот ролик жужжит, то есть сам вот этот механизм, получается, он не сгорел, просто там как-то слетело с ленты. Но тем не менее, то есть мы понимаем о том, что там работы, скажем так, раз-два и обчелся, но тем не менее, что они хотят 200 евро. Но при том, что время у них, то есть есть только ближайшие там через неделю. Все это, в общем, вчера Максим с Данилом ходили по испанским тайерам узнать, что вообще, вот, что вообще говорят испанские мастера. Ну, в общем, что-то пока у нас ничего не срастается. Я говорю, да, тоже на море и поездить немножко, чтобы не купаться постоянно в этом забитом бассейне. Хотелось бы в морюшке поплюхаться, потому что ты, говорю, еще совсем чуть-чуть, потому что он на мало совсем приехал домой, говорю, и ты уже через какую-то неделю опять уедешь, а у моей нервной системы я сама не езжу. Я раньше ездила на море, ну, а сейчас на этой машине это просто какой-то город. Там проблема с этими парковками. Машина такая длинная. А до этого у меня было до этого вообще Toyota Yaris с парктрониками, с камерами. Все, я шурк-шурк и так быстренько. А на этой мне так сложно. Боже мой, капец. Вся моя нервная система уходит для того, чтобы найти паркинг-место. И, короче, думаю, нафиг оно мне надо. Я не люблю море. Я не люблю море. Ну, а, естественно, общественным транспортом тоже не поедешь, потому что если я еду, мне нужен зонтик, потому что мне нужно прятаться, стульчик, это все таскать в руках. И ладно, там я как я, а мама моя не хочу, чтобы шарахалась по этим, по метро и тому подобное. Так что
Короче, мы сидим дома. Ну, мама у меня молочага. Мама у меня утром, это у нее вот как пить, да, только начался сезон бассейна. Утром она завтракает, и там где-то через полчаса после завтрака все, она тут же натягивает на себя купальник. И каждый божий день. С утра, ну, редко, когда вечером нет, но еще, в общем, утром и вечером. И что я вам хочу сказать? У нее же вот этот вот был как-то забедренный артроз, артрит, или как он там правильно называется, да, вот этот бедро очень сильно болело. Она вообще не могла спать. И тут вот в диване уже у нас прям такая, скажем так, продавилась. То есть между швами вот она старалась все время туда ложиться, чтобы не так сильно ей давил диван на вот этот сустав. Ну, в общем, я, когда она приехала из Украины, я понимала, что она очень сильно страдала. Но когда начиналось плавание здесь, и когда она каждый день вот плавает, у нее все восстанавливается, все, она даже по ступенькам, то она так одной ногой, то есть ступнула, вторую стала, значит, ступнула, вторую потянула. А это она такой уже идет нормально по одной ступеньке, то есть как положено, да, одна нога на одну ступеньку, на вторую, ну, то есть молочага. Ну и давление. Она приезжает ко мне с вот такой вот пачкой таблеток от повышенного давления. Здесь тьфу-тьфу-тьфу, господи, дай бог, чтобы так и было, хоть в космос лети. Давление 120/80. Она, конечно, говорит о том, что ей при таком давлении тоже, ну, тоже уже не очень хорошо, потому что, видно, организм уже привык о том, что, да, что давление постоянно высокое. Но бассейн, вот что ей дает бассейн? Бассейн ей дает легкость на суставы и нормализовала полностью артериальное давление. Вот так вот. Больше такого мне сказать вам нечего. В общем, занимаюсь пока суматохой и домашними вот этими всеми самыми такими этими. Этот не прячу у Макса чемодан, а наверное, смысл его прятать, если его через неделю опять доставать, пусть валяется. Вот, вещи перестирала, все это, все, в общем. Ну, как перестирала? У меня муж никогда домой не привозит мне с работы, никогда не привозит домой грязные вещи. Вот, он все перестирает, все это, естественно, никто там не гладит, все это, но, тем не менее, что никогда не привозит. А это пришлось мне этот раз перестирать, потому что он говорит, я все перестирал, все вещи чистые, но ему не нравится запах этого порошка. Такой, знаете, порошок пахнет как хозяйственным мылом. Все, я не могу эти вещи одевать, типа мне это. Я говорю, ну хорошо, я тебе их прополосну ополаскивателем, и все будет вкусненько пахнуть, лишь бы ты улыбался. Вот, так что сейчас они пошли в спортзал. Вот Максим Владимирович тоже этот, ну, как взял, как вспомогательный, такой есть тоже абонемент там за копеечную плату, в общем, но он не ходит, никакие веса не берет, там только такое, там может велосипед покрутить, все это потому, что у него достаточно приличные позвоночные грыжи на спине. И сейчас, скажем так, рисковать в спортзале, брать какие-то веса и давать сильно нагрузку, очень, скажем так, очень рискованно, так как он у нас, да, кормилец в семье. Так что все держится на папашиных плечах, так что он у нас должен быть здоровый, крепкий мужчина. Фух. Так, надо включать кондиционер. Вот полчаса вот отключаю, и все, полчаса, и уже все. Мне там сегодня прочитала комментарий, женщина пишет, да, что она тоже с онкологией, живет в Германии, и у них тоже жара, и для них кондиционеры включать
постоянно, типа, это большая роскошь. Не помню, как вас зовут, я прошу прощения. У нас тоже. Дело в том, что у нас постоянно кондиционер для того, чтобы работал. Это, я считаю, это тоже роскошь, потому что когда кто там верит или не верит, мне абсолютно не интересно. Но хочу вам сказать, да, что там 200-250 евро в месяц дать просто только за свет. Конечно, это накладненько, и это, скажем так, ну, экономно, да, то есть там он, допустим, час работает, час отдыхает, ну, вот так вот стараемся, ну, то есть по максимуму тянуть. Так что здесь тоже это очень-очень дорого, но у нас, говорю, с Максом был такой разговор и такой договор о том, что он знает, что я панически не перевариваю жару, а сейчас у нас же здесь жара колоссальная. Говорю, так, ты меня привез сюда, ты хотел, чтобы мы жили в Испании, значит, будь добр, пожалуйста, не скупись на кондиционер, потому что... Ну, этот разговор-то еще был до всего вот этого, да. И говорю, потому что я заберу манатки и уеду домой. И потому что, ну, это невыносимо. А дело в том, что еще до всего вот этого, да, до всех вот этих моих болезней, тому потом, ну, да, я не переносила жару. Ну, да, ну, было плохо. Ну, мы, допустим, жарко там, ну, чтобы лишний раз не включать кондер, мы могли там на море... вялиться, там, загорать, купаться, в бассейне могли полдня проводить, ну, а сейчас же солнце, да, мне нельзя, естественно, что хочешь, не хочешь, а в основном целый день ты должен находиться дома. Но я хочу сказать, что мы вчера выходили немножко прогуляться, вот, в город, ну, это было просто кошмар какой-то, даже вечером нет, ты... Ну, нет облегчения. Во-первых, сильная влажность, ты выходишь, духотище такое. Сразу вот этот вот перепад температуры между квартирой и улицей. То есть буквально за 2 секунды ты делаешься липкий, мокрый. И никакого облегчения нет даже вечером. Ну, короче, мы походили, не было ни никакого комфорта. Я сказала, так, все, мальчишки, ходите, гуляйте без меня. Я больше не хочу. Вот, так что они сегодня идут в 3 часа. Ну, один себя записал на 3 часа, второй на 4 часа. Идут в парикмахерскую подстригаться, наводить красоту. Вот, и потом еще пойдут, хотят пойти в кинотеатр. В общем, сегодня они сказали, что у них мужской день, так что они сегодня занимаются только собой. Утром мама их накормила, все, сейчас... пошли в тренажерку, придут с тренажерки, тот будет протеиновый коктейль, тут что-нибудь другое поест, короче, покормлю их, все, и пойдут на стрижку, потом и пойдут, в общем, гулять. Так что у нас сегодня с мамой такой выходной день, короче, день без мужчин. Вот, все, в общем, ребята, рассказала о своем дне. Извиняйте, ничего показать такого нечего, рассказать тоже. Если нет новостей, значит, это уже все хорошо. Вот. А вас всех обнимаю, всем хорошего дня и до встречи. Па-па.